Ух, а камень улетел из-под ноги. Вот такой крутой спуск. Неожиданно опять потянуло сентябрем. Наступила оттепель. И вот я уже иду с купания на реке. Решил вот зайти посмотреть на проточку. Есть ли тут рыбка мелкая. Но ушла уже. Нету. А нет, есть. Вон она. Вон они пришли, дорогие. Ну, идите сюда. Сейчас я их приманю. Вон их сколько. Вы видите, да, вон гольяшки. Глины крупные, мелкие. Всякие. Стайка целая. Значит, есть. Значит, река еще живет. Еще холод сюда не пришел, когда они совсем скатываются. Вон гольяшки, колюшка. Вот про которую я много очень снимал. Видно, да, надеюсь? Ну, вот сейчас я увеличу. Вон они, красавцы. К сожалению, не взял я. Хотел заняться подводными съемками в этом году. Ну, некогда. То есть, ни по времени, ни по просто возможности выскочить на реку из-за большой воды. На всех реках так было. А сейчас вода упала, но она стала холодная. Без гидроча в нее лезть, без гидрокомбинезона я бы не рискнул. Ну, так, на минуту залазишь и все. Хорошо, вот они. Реагирует как. Вон там и жгут какой. Ну, вполне. Они вот сейчас сбиваются вот такие жгуты. Вот это все рыба, видно, да? А почему они сейчас в протоке? А потому что загаживается опять. Что-то там скидывают. То ли из горнообогатительного комбината в основное русло. И они вот ушли сюда. Вот отбившись от стаи. Можно было их, конечно, прикормить чем-нибудь. Они бы с удовольствием бы и хлеб сожрали. Но все я уже съел. Оставил. Ну вот, не зря зашел. При этом кажущаяся безжизненная река, она вон полна жизни, да, ручеек, эта проточка живет. То есть основная река там вот. Все живет, это только человек видит себя эгоизмом своим, он не замечает вокруг жизни. Ну, как бы сейчас, да, сейчас самая рыбалка, потому что вот эти косяки спускаются, а их там хищники стоят, долбят на выходе, на ямах. Таймени, линки, и, конечно, жор идет обалденный. С вами вот Юрий. Ладно, полез я наверх. А я хочу сказать, что сегодня очень необычный день. Вчера 16-го. Ну, настолько необычный, да, что вот даже рыба почувствовала. Ну, может, и вы. Ну-ка, сейчас еще вот отсюда попробую снять. Тут они меня не видят. Объектива у меня нет. Там такие галины гигантские просто. Из них такой навар, такая уха может быть. Вон они. Но они меня тут не знают, поэтому они шугаются. А вообще, когда рыба тебя знает, она сама подходит. К берегу есть просит. Даже когда посуду моешь. Ведет себя вполне разумно. Ну вот. Я хочу что сказать, что очень позитивное, вот видно даже по солнцу, очень позитивное у нас произошла вещь в Солнечной системе. И не только в ней, ну конкретно в Солнечной системе. И как бы с одной стороны она позитивная, да. Мы переместились аж на 200 лет вперед. Точно не скажу, насколько. Ну, сейчас самое смешное, что сейчас повторяется год собаки. Юпитер опять оказался в Скорпионе, как в прошлом году. Вот такой вот прикол. Ну, тот, кто... Я уже намекал на то, что надо смотреть на Млечный Путь ночью. Тот, кто хотел, тот увидел. То есть прикол такой, что вот опять повторяется год собаки. И пойдет дальше у нас, даже китайский календарь теперь не работает. Всякие политтехнологи, там типа 9-го, которые там про циклы бредят. Увы, ребята, все, ваша, блин, цикличность не работает. Ваши все прогнозы, они похерены. И планы игроков здесь, серых. Ну, а второе, что серых приговорили. То есть все, серая матрица отмирает. Пойдет сейчас разложение умирания серых. В частности, вот такой классический пример из этой серии. Это исчезновение некоего повара, да, некоего господина, которому принадлежала ЧВК наемников-убийц Вагнер.
и разбившийся самолет Ан-74 в Африке, на котором летели там люди с администрации президента, там, ну, в том числе этот мудила. Это вот первый звоночек. А надо сказать, что Ан-74 непростой самолетик вообще. То есть там сказали Ан-72, а на самом деле Ан-74, потому что он был сделан специально для требования спецназа, пограничных войск. Я, как человек, который служил, видел эти самолеты, общался с летунами, да, ну, как бы, как человек, поступавший в летное училище транспортной авиации в свое время, в юности, я могу очень много про него рассказать. Ну, в частности, он обладает не только укороченным взлетом и посадкой, там, ну, и кучей всяких прибамбасов, типа, для предотвращения его атаки, и мощной системой вооружения различного подвесного, которое на пилонах, начиная от стандартных РСов, которые можно подвешивать, кончая там тепловыми ловушками. То есть модификации этого самолета есть очень хитрые, для спецназа специальные. Ну, в частности, вот его использовать любили, поскольку у нас все как деградировало, просто как транспортные те же ФСБисты, да, то есть когда едут кого-то арестовывать в какой-то регион, у них вот в парке Ан-74. И вот завалить такой самолет, это надо очень сильно постараться, в общем-то. Понимаете, я к чему? Что такие самолеты, они сами не падают вообще, по определению. Ну, просто по степени его сложности защиты от всяких вещей, да. То есть даже сбить ракетой его непросто. Крайне непросто. Ну, вот и ситуация как бы не случайная в этом плане. То, что там трындят, да, тем более он пропал как бы с радаров. Пропал вообще как бы с маршрута, то есть его там сколько-то искали, ну, может, сразу нашли, может, не сразу. Ладно. Ну, это так, это вот силовая, это вот типичный серый мудила такой, некромант, которого зачистили. Там сейчас вой пошел. По этому поводу очень большие непонятки, то есть просто страшный пересрач, страшная сыкотность в Кремле. Я скажу так, что первые фигуры, которые... Ну, визуально вы все их знаете, да, медвепутики, как их называют, они просто в ауте, в охуении, извините это слово. Мечутся сейчас, не знают, что сделать. Никакие ритуалы им, общение с тайгой якобы, не помогли, потому что это не общение с тайгой, это глумление тайгой, вместо того, чтобы делать, восстанавливать срочно леса на территории хотя бы России, да, давать людям работу, связанным с лесом. Ну, потому что уничтожение дичайшее шло планомерно уже все 20 лет путинских. Тайги, вот смотрите, даже здесь вот этот лес, он больной и мертвый. То есть деревья гниют, болеют чисто из-за того, что нет ухода. Тополя. Вот. Например, у нас вы можете найти канал «Злой дальневосточник» и увидеть, как заповедники на речке Анюй, где один из двух всего лишь рыборазводных заводов для красной рыбы, для киты, в крае расположен, как на нем уже китайцы. Мало того, что они уничтожили лес, они сейчас добывают золото. То есть они там сначала под видом, значит, подготовки сопки к добыче золота зачистили полностью кедрачи, там охрененные кедрачи, реликтовые леса заповедные, то есть там тигр, кабан, куча кедрача, куча медведей всяких, белогруды гималайских вдоль реки, бурых выше в горах. Все это вот уничтожено. И там сейчас, это в районе села Арсеньево, они добывают золото. То есть тупо, мало того, что льют цианиды, всякую срань, все это прямо в нерестовую реку. Да? Это вот такой подход. Это вот буквально за один год. Кстати, как оказалось теперь, выясняется причина. Вот она выяснилась, недолго оставалась непонятная причина вот этого нашего наводнения техногенного, искусственного. Оно нужно было, чтобы поднять уровень Амура. То есть первый сброс Бурейский ГЭС был для того, чтобы поднять уровень Амура для проводки китайских драк, двух драк. То есть, ну, драга — это плавучий такой завод для размолачивания породы, для добычи золота. То есть вот, которые стоят сейчас на Ани. То есть их провели с Китая, поскольку фарватер никто не чистил, фарватер маленький, то не нашли ничего лучше эти мудаки, как утопить вот Приамурье. А поскольку на наводнение наложились тайфуны, то есть они думали будет 6 метров, но наложились тайфуны и там прочее, то, соответственно, вот цена нашей вони, наших
как говорится, ранит смертей многих людей, нездоровье. Вот такие вот дела. Ну, то есть чисто серая технология, где насрать им. При этом они лживо опять верещат про поднимание уровня жизни на ДВ, все остальное. Ну, то есть какие-то там сраные няшки бросили. Видимо, китайцы им рот заткнули. И про это все прекрасно знали, и губернатор знал. Ну, что там говорить, такие проекты мимо не проходят. А партнерами Китаёс является этот Алишер Усманов, гражданин Лондона, которого в городе Амурске полиметал предприятие, тоже ядовитое по химической добыче золота из как бы концентрата. Ну, то есть все вот так завязано. Но смысл в чем, что природа вообще это терпеть вот это не будет. Скоро будут очень интересные коррективы. Конечно, хочется от них быть подальше. Ну, раз жизнь такая, не только относительно Китая, но и относительно города Хабаровска, в котором очень много серых людей, вороватых. Грустно, конечно, ну что, ну... Поголовье этой мрази будет сейчас сокращаться теми или иными способами. Это уже как бы закон космический. Шаман, который ходил, он пытался предупредить вот это все. Пытался как-то, ну, он пошел таким героическим путем. А героический путь не всегда приводит к логическому результату вообще. Вот. Ну ладно, вот такие вот новости вам с нашего Дальнего Востока, с реки. Просто если у вас есть возможность сегодня выскочить на природу, опять-таки, на берег реки, озера, походите босичком по земле, по песочку, по травке, хоть даже в какой-нибудь говнопарк, вне зависимости, какая погода, сформируйте себя, вот солнечное, позитивное настроение, как я. Конечно, этот клип еще долго будет закачиваться, может уже и вечер будет, ну может завтра успеете. Вот что я хотел показать. Это вот реакция серой матрицы, кстати. Вот они пытаются, видите, вода какая мутная, загадить сразу. Ну как бы на уровне эгрегора. Это тут мне писали, что мол эгрегоров не существует и тонких вещей. Ну я говорю, с таким же успехом можно про электричество говорить, что его не существует. Вот он отрабатывает, но это ненадолго, я думаю. Потому что коррекция сейчас будет происходить практически, ну, моментально. Особенно по энергонасыщенным фигурам, которые в узловых точках сидят управления. Ну и по вторичным тоже как бы. Кстати, эниолог есть такой, Рогожкин. Я советую его посмотреть. За 13, по-моему, октября у него интересный сюжет. Он там отмечает, что такое энергоинформационный обмен. Вот он в 99 году издал книгу в октябре и отмечает 20-летие этой книжки. Мудрейший дядька, хотя местами не докуривает. То есть он все сваливает на НЛО. Ну как бы забывая, что люди тоже засранцы еще те, и выбор людей в конце концов определяет свет. Или тьма, или серое вот это мерзкое утилитарное существование за счет паразитирования, за счет других. Поэтому, ну, как бы так. Зайдите, если кому интересно. Он тоже почувствовал вот это вот все, что творится сейчас. Ну, а астрологи наши современные, которые делают, особенно женщины, они остались практически без работы, потому что, ну, сейчас надо корректировать эфемериды, карты, по которым производится расчет. Я вот сам, как практикующий астролог, несколько в охренении, ну, как бы коррекции вношу, пересчитываю, но это все медленно, муторно, дорого, потому что если раньше все было уже в таблицах умными людьми, астрономами, записано, посчитано, что сейчас это все космическая картина просто не соответствует. Надо вводить коррекцию, причем мы не просто, да, там как бы наложение циклов между собой, то есть... Часть работает внутри системы по обычным циклам, а снаружи как бы, то есть солнечная система переместилась, а снаружи работает по галактическим. Но это интересно, то есть все новое, ничего старого уже в этом мире нет, а кажущаяся материальность, инерция, это
ну, как сказать, это и есть инерция. Ну и вот еще раз я просто вот показываю эту дорогу, да, что дорога пришла в никуда. Все, как бы, человечеству надо искать другие способы, выходить на другие уровни, энергетические, духовные, уровни общения между собой. А вот этот вот путь, он все, он привел к обрыву, он привел к тому, что он закончился. Вот она, собственно, эпоха рыб. Ну, поэтому я вот так хитро начал с рыб, да, вы меня поняли. Эпоха рыб закончилась. Сейчас этих рыб дожрут. Ну, а те, кто прошел успешно, кто сумел перейти на другой уровень, те, собственно, будут уже рулить этой планетой в других условиях, в других мирах, более гармоничных, более позитивных. Всем добра, с вами был Юрич, Дальний Восток. Я люблю всех, давайте. Побольше позитива вам.